Приветствую. Пожалуйста, не спешите нажимать на ссылку под видео и сразу переходить покупать. Дослушайте сперва, что я вам скажу. Возможно, ваше мнение о том, стоит ли вообще покупать бетку Баннерлорда, радикально изменится. Первое. Разработчики не продают ключи. Ключи продают какие-то частные хмыри. То есть я полагаю, что эти хмыри просто зарегистрировали 100 500 почт через какие-то программы авторегистрации. Им, естественно, посчастливилось получить достаточное количество ключей, которые они решили продавать. Соответственно, могут быть лохотронщики, кидаловы, что угодно. Все на свой страх и риск. Второе. Неважно, вам вышлют ключ разработчики или вы купите ключ у каких-то барыг. Барыги без обиды, это просто оборот речи такой. В любом случае, когда игра выйдет в ранний доступ 20 марта 2020 года, ну там плюс-минус, может разработчики что-то изменят, может нет, ваша бетка аннулируется. То есть в марте 2020 года она аннулируется, либо ранее. То есть в любом случае наличие или покупка у вас бетки никоим образом не связано с наличием у вас игры. Игру, другими словами, игру вам придется в любом случае еще раз покупать. Третье. Игра находится на стадии закрытого бета-тестирования. Это означает, что в ней огромное количество багов, не все режимы доступны, вообще многое недоступно, нет одиночной игры. То есть вы подумайте 7 раз, сможете ли вы получать от нее сейчас удовольствие и нужно ли вам это. Не имеет смысла потом писать: о, игра говно. Сейчас это не игра, то есть она не готова, это не готовый продукт, это даже не ранний доступ, это закрытый бета-тест. Четвертое. Никто не знает, когда разработчики начнут действительно массово рассылать ключи. Может быть, это начнется прям завтра, и вам будет обидно, что вы потратили деньги, купили ключ, а завтра вы бы и так его получили бесплатно. Если тема для вас будет актуальна, со временем я постараюсь обновлять ссылку под видео. Вероятно, чем больше ключей разработчики вышлют, тем больше различных продавцов начнет ими торговать, и тем, соответственно, выше будет конкуренция и ниже цена. Поэтому, возможно, я буду менять ссылку на каких-то других продавцов с более адекватными ценниками. Пятое. Я что угодно мог не учесть или забыть. К сожалению, видео после размещения нельзя как текст просто отредактировать. Если что-то принципиально изменится, я добавлю это в описании под видео. Я специально на самом видео не буду показывать какого-то конкретного продавца с его ссылками. То есть я оставлю одну ссылку, которая актуальна вот на данную секунду. Но я не могу отвечать за то, когда продавец, не знаю, у него закончатся ключи, или он кого-то киданет, или что угодно в этом роде. Поэтому это ложится целиком на вас. Можете сделать доброе дело, если вы все-таки купите. Обязательно отпишитесь под этим видео в комментариях, что все, я купил, ключ нормально активировался, он работает, подтверждаю. Тра-та-та. Я выбрал продавца, у которого в магазине огромное количество разных товаров, и он очень давно занимается торговлей различными ключами, то есть ему невыгодно из-за этой игры, из-за этой, в принципе, небольшой в масштабах оптовой торговли суммы кого-то кидать. Но все может быть. Отзывы можно накрутить, старые аккаунты можно купить. Я ключ не покупал, мне ключ выслал разработчик. И я не призываю вас покупать эти ключи. В общем, думайте сами, решайте сами. Все ссылки находятся в описании под видео. Буду благодарен за лайк или дизлайк. Также за комменты, отзывы. Закреплю ссылку в первом комменте еще. Если не подписаны, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик. Спасибо за внимание.